Привет, друзья! Опубликованы кадры испытаний российского баражирующего боеприпаса КУБ компании «Зала Аэро». Ранее мы баражирующий боеприпас КУБ показывали. Техническая информация о нем в ссылке на видео в комментариях к ролику. Дрон КУБ активно используется с 2022 года. Представлен он был в 2019 году. В новой осколочно-фугасной боевой части дрона КУБ используется взрывчатое вещество «Октоген», известное также как HMX или «Окфол», которое в 1,7 раза мощнее, чем 3 метра ТУЛО. Дрон запускается с катапульты и может самоуничтожаться после падения, если к нему приблизиться. Масса дрона от 10 до 15 кг. Цена дрона КУБ все еще неизвестна. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.